Известная певица, тренер шоу «Голос страны», телеведущая проекта «Танцы со звездами» Тина Кароль обожает радовать фанатов новыми снимками в Инстаграм. Недавно знаменитость представила многочисленным поклонникам долгожданную новинку. 2 апреля мир увидел ее альбом «Красиво», в который вошли 7 композиций: «Это любовь», «Хороший парень», «Скандал», «Любовники», «Красиво», «Девочка, бегу». Так, еще одним неожиданным бонусом от артистки стал клип на песню «Хороший парень», который Тина презентовала в пятницу 9 апреля. Звезда показала еще и бэкстейджи со съемок ролика, где сыграла сразу 2 персонажей, парня в спортивном костюме оверсайз и яркой балаклаве, танцуя хип-хоп, а также хрупкой девушки в соблазнительном облегающем наряде. При этом красотка предложила посмотреть весь клип, чтобы найти подсказки к секрету. Подписчики принялись отгадывать, о каком секрете идет речь. Однако внимание самой Тины привлек поклонник с крайне конспирологической версией, который забавно предположил, что исполнительница намекает на беременность от молдавского исполнителя Дана Балана, с которым Кароль не первый год приписывают роман. Певица поставила лайк публикации, однако ни для кого не секрет, что сама звезда обожает скрытые смыслы и часто вкладывает их в песни. Венера – покровительница брака, плодородия и деторождения. Вердикт: Тина беременна от Балана. Секрет раскрыт, стерегись.